Валерия Ильинична, как влиться в ряды борцов с режимом надвигающейся 12-летней тьмы? Отвечай. Вливаться специально не надо. Можно вступить в демократический союз, а можно бороться индивидуально. Говорить правду, просвещать народ. В общем, ругаться и еще раз ругаться, как положено, честному демократу. Я думаю, что есть еще один способ. Это участвовать в акциях, которые проводят демократически настроенные политические лидеры. Вот сейчас необходимо всеми возможными способами сообщать власти, что мы ее не любим, что мы не участвуем в их играх, что мы заберем свой открепительный талон перед выборами, бойкотировать, как это возможно, и участвовать в политической деятельности, то есть выходить просто на митинги. Выходить на митинги – это единственный способ. Митинги проходят довольно часто, раз в неделю. Вот 30 октября? Да. День политзаключенного. Да, пожалуйста, мы вас ждем.